они разные. Давай вот эту возьмем. Все расскажу. Смотри, там одна рыбка. Мам, красивая лягушка. Я за него говорю. Я понял. У меня лет 10 цикливы были. Ага. Уже, ну как сказать, видно, возраст их подошел. Нет. Но я больше лет не хочу. Как-то ну, мы это я их брал. Кто такой хороший? Это мышь. Это не мышь. Это нет, это мышь. Вот это крылья маленькие. А это маленький мышь. Боже, какой приятный. А этот мышонок или крысенок? Да. А это крыс? А почем они? Есть там черненький. Ну, все равно, два года тоже это. Ну, вот их еще не видела. Ну, лысики. Вот эти кролики, они вырастают уже вот такими потом, да? Ну да, это старые. Ага. Маленькие. Они не жрут там диван. А это еще кто? Эти кузы. Кого? Не, ну там, а я не знаю, там есть такие животные. А, нет, вам кто-то есть там тоже. Блин, они как-то сразу. Пена. Ну, через месяца-два можно морковочку приучить и к яблочке через месяц.
Они говорят, достать, он уже будет на запах хлеба стоять в поле. Но они медленно не грызут, ничего такого? Ну, я не знаю, если оставите на целые сутки, идете на работу, и где знаете, ему голову стукнет, надо закрывать. Нет, есть такие, которые не грызут. У меня мужчина приходит, он говорит, что у него без клетки живет кролик, за холодильником. А другой говорит, что забыли закрыть клетку, пришли, и кабель от холодильника перегрыз, и от компьютера, говорим, включаем, холодильник не работает, компьютер сегодня не работает, посмотрели, опять перегрызенный кабель. Ага. Это зависит от характера. А сколько живут? Живут или? Да. Кто-то интересует кролики, свинки, мышки, все. Или вы продаете что-то, девочки? Пока. Пока-пока. Вы можете сказать.